Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Инстаграм публикацией по случаю Рождества. В публикации говорится: «Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Рождеством. Желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья». Ранее православную христианскую общину страны с Рождеством поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что в нашей стране на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия. «Мы оцениваем этно-религиозное разнообразие, которое является одним из преимущественных качеств нашего общества, как огромное достижение нашей государственности. Считаем сохранение господствующей в стране атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах гуманизма и терпимости, одним из приоритетных направлений нашей государственной политики», подчеркнул Ильхам Алиев в поздравительном послании.